Городской фонтан подготавливают к зимнему сезону. Работы по его консервации сводятся не только лишь к отключению воды. Необходимо проверить все коммуникации и защитить их от предстоящих низких температур и неблагоприятных погодных условий. После этого его чашу накроют специальным куполом. Планируется еще, когда купол построим, сделаем вернее, как-нибудь его оформить красиво, какой-нибудь рисунок, что-нибудь. Вот сейчас работаем над этим вопросом. В этом году фонтан работал с апреля. Особых происшествий или аварий за это время не произошло, за исключением повышенного интереса со стороны юных горожан. Залазят, крутят форсунки эти, и получается приходилось, считаю, ну в неделю раза два поправлять все это, а так проблем не было. Кроме того, за время работы этого года в его чаше успело накопиться более 50 ведер ила и бытового мусора. Но это, по словам коммунальщиков, норма для такого объекта.